Мечтаешь о большой любви, мечтать невредно, может быть, когда-то повезет. Как сложен все же этот мир, почти все то, что любишь ты, по факту не твое. Никто гарантий не давал, что твой любимый паренек останется с тобой. Останется с тобой. Он тебе так подходит по росту, ты наивно думала, у вас все серьезно. Он тебе казался таким умным и взрослым, так почему же теперь на глазах твоих слезы? Иногда так в жизни бывает, чем сильнее любишь, тем быстрее забывает. Быстро привязались, так же быстро теряем, но разве он такой один? Но ты, подруга, не грусти, не плачи, и отпусти, пускай уходит твой мальчик, и отпусти, пускай уходит твой мальчик. Yeah. А ты, подруга, не грусти, не плачи, наверное, это был не только твой мальчик, наверное, это был не только. Это был коротенький кавер на песню Фогеля «Мальчик». Такие вот мини-каверы я в основном выкладываю у себя в Инстаграме. Ссылочка будет вот здесь на экране. А также на свой старый канал под названием Раиль Арсланов. Все ссылочки в описании. Переходите, подписывайтесь и следите за новинками. Я прямо свежачок из топа ВК, из iTunes. Все выкладываю туда. То есть пою быстренько и выкладываю. Поехали. Я взял и поставил каподастр на четвертый лад. Потому что мне здесь удобнее петь. В оригинале мне очень низко петь. Я не достаю те ноты, которые достает Фогель. И мне же надо было записать кавер. Пришлось найти свою тональность. И этой тональностью оказалась тональность до диез минор. То есть можете поставить каподастр на четвертый лад, взять аккорд АМ. Давайте покажу сначала именно в этой тональности, а потом в оригинальной. Первый аккорд ДМ. Второй аккорд Е. Третий аккорд АМ. Четвертый аккорд G. Начинаю первый куплет играть простыми щипками каждого аккорда. То есть дергаю бас, третью и вторую струну вместе. Аккорд E дергаю шестую, третью, вторую вместе. АМ то же самое, только с пятой дергаю. Аккорд G. Где начинаю петь на октаву выше, я просто перебираю струны перебором восьмерка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть бас, третья, вторая, третья, первая, третья, вторая, третья. Аккорд Е, шестая, третья, вторая, третья, первая, третья, вторая, третья. Припев начинаю играть в другом ритме, намного быстрее и рокерским боем. Как же это исполнить? Берем аккорд F. Кстати, да, в припеве другие аккорды чутка. Аккорд F делаем на приеме palm mute, то есть ребро правой руки ставим на нижний порожек. Приглушаем звучание струн. Бьем чисто по басовым. Делаем первый удар практически по всем басовым струнам. Сверху, да? Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Все остальные мелкие удары мы делаем чисто по басовой шестой струне. Да? Аккорд Е. То же самое на аккорде АМ. Аккорд G. И поем. Но ты, подруга, не грусти, не плачи, и отпусти, пускай уходит твой мальчик, и отпусти, пускай уходит твой мальчик. И за вторым разом припев и уже играем боем восьмерку в два раза быстрее. То есть дабл таймом, как в песне «Мукка, девочка моя». То есть... То есть вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. На каждом аккорде этот бой играем
по одному разу. В любом случае, ребята, вы можете каподастр поставить на любой из ладов, там, где вам удобнее всего петь, и делать то же самое, те же самые переборы играть, бои, и прямо сейчас я вам покажу мелодию в голосе, и то же самое вы можете проделать на других ладах. Берем пятую струну на втором ладу, ну, учитывая каподастр, да, имею в виду второй лад. Мечтаешь о большой любви, мечтать не вредно, может быть, когда-то повезет. Как сложен все же этот мир, почти все то, что любишь ты, по факту не твое. Никто гарантий не давал, что твой любимый паренек останется с тобой, останется с тобой. И здесь уже переходим на октаву выше. Он тебе так подходит по росту, ты наивно думала, у вас все серьезно. Он тебе казался таким умным и взрослым, так почему же теперь на глазах твоих слезы? То есть вокруг этих трех нот крутится мелодия. Спокойненько находите свою тональность и исполняйте песню. Допустим, спускаемся до оригинальной тональности. Я уже, конечно, не помню, что за тональность там. Оригинальная тональность песни ля минор. То есть первый аккорд будет D, также E, АМ и G. Здесь вам, может быть, петь будет проще. То есть он тебе так подходит по росту, ты наивно думала, у вас все серьезно. Что я сейчас делаю? Я просто проигрываю мелодию, вы видите ее на экране. Остановите, попробуйте сыграть ее и сопоставить ваш голос с этой мелодией, чтобы вы совпадали по звучанию, тогда вы будете петь чисто. Ну, будете вообще знать, куда что направлять. Он тебе так подходит по росту, ты наивно думала, у вас все серьезно. Он тебе казался таким умным и взрослым, так почему же теперь на глазах твоих слезы? Иногда так в жизни бывает, чем сильнее. То есть дальше пойдет все то же самое. В припеве чуть-чуть другая мелодия, конечно же. Но ты, подруга, не грусти, не плачь, и отпусти, пускай уходит твой мальчик, и отпусти, пускай уходит твой мальчик. Воу. Мелодия в припеве такая. Но ты, подруга, не грусти, не плачь. Наверное, это был не только твой мальчик. Наверное, это был не только твой мальчик. И то же самое повторяйте еще раз, только на других словах. В принципе, да, вот здесь легче петь припев, куплет на октаву выше, но самое начало это жесть. То есть, вот она, та самая нота. Мечтаешь о большой любви, мечтать не вредно, может быть, когда-то повезет. Ну, ноты те же, как и вот здесь я показал. Ну, в смысле, лады. Но петь уже очень низко. Мечтаешь о большой любви, мечтать не вредно, может быть, когда-то повезет. Как сложен все же этот мир, почти все то, что любишь ты. У меня нету этой ноты, то есть я ее не достаю. Очень низкая нота, вы можете достать, попробовать. Переборы, бои, все те же, что я показал в своей тональности на четвертом ладу. Вы можете также попробовать поставить каподастр на любой из ладов и найти свою тональность там, где вам удобнее всего петь. Ну а я с вами, ребята, прощаюсь. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, нажимать на колокольчик. Обязательно на него нажмите, потому что не доходят все уведомления до вас. То есть, вот, допустим, это видео вам пришло, следующее видео не придет, если вы не нажмете колокольчик. И так будет всегда чередоваться у Ютуба свои алгоритмы. Напоминаю, что такие коротенькие ролики я выпускаю у себя в Инстаграме и на старом канале. Поэтому подписывайтесь, всех жду. Там у меня также выходят фоточки, всякие истории, как я там разучиваю песню, где-то гуляю, знакомлюсь с людьми, то есть... Да, актуально. Ну что там дальше-то? What's up? Я еду я по выебанным.
полный лайв, если хотите следить за мной, находится в Инстаграме. Ну и, конечно же, напомню для тех, кто здесь впервые, если вы хотите научиться играть на гитаре и петь, как я, то спускайтесь в описание, там мои самоучители. Проходите, становитесь лучше. Всем позитива, здоровья и добра. Всем пока.